Более 100 человек собрались в уютном зале ресторана в урочище «Красная горка» на берегу пруда. Депутаты ЗСК и Совета города-курорта, представители администрации приехали с подарками. Большую благодарность выразили Зинаиде Акимовне Евдокимовой, которая руководит обществом инвалидов и ветеранов станицы практически со дня его основания, вот уже 20 лет. Зинаида Акимовна со своим правлением и активистами обязательно каждого из них посещает дома, не оставляет без внимания. За это огромное-огромное спасибо. И доброго, крепкого здоровья, чтобы у вас было столько здоровья, чтобы вы всегда могли частицу своего сердца, тепла отдавать всем членам общества. Самодеятельные артисты Гастагаевского дома культуры подготовили большую концертную программу. Выступали народный ансамбль казачьей песни «Шумай», образцово-художественный ансамбль танца «Кана». Но это не просто коллективный выезд на природу в честь 25-летия Всероссийского общества инвалидов, а еще и плановое поздравление с днем рождения и юбилеями членов общества. В этот день по традиции поздравляли именинников августа и юбиляров года. Любовь Михайловна Зайцева 6 августа отметила 80 лет со дня рождения. Более 40 лет она трудилась на совхозных виноградниках, много испытаний выпало на ее долю. Нас школой полностью возили на этих, на лошадях вывозили, и мы до колосочка собирали это зерно. Все школой. Вот такая наша жизнь была. Очень трудно. Заради тарелку супа раскидали рассаду, табак и поливали. Сажать нам не доверяли, потому что мы очень мелкие были, совсем мелкие, худые, как после войны. Ну, голод страшный. Это люди с огромной волей. Они не утратили умение радоваться. Конечно, было очень много хороших вспоминаний. И свадьбы же гуляли, провожали в армию. Ездила в этот Кронштадт, я была в Ленинграде. Ездили на присягу Белоруссии. Детей-то пятеро. И с высоты своих лет ветераны войны и труда, инвалиды, дают нам всем совет и пожелания. Они знают, что главное в жизни. Доброта, чтобы были дружные все. Молодежь должна трудиться и строить будущее для себя. Если будет трудиться так, как мы трудились, будет все хорошо, и будут они счастливы, их дети будут счастливы, и мы около них. Лариса Басова, Артем Зиборов, Анапа регион.